сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе. Алекс мой родной, да? Ой-ой-ой, да ты классно, ты так стоишь хорошо. И бабушка там хорошо вписалась. Наконец-то у меня все будут в одном месте, а то разбегаются, разбегаются. Так, папа с работы придет, посадим его туда же, да, Алекс? Туда же папу посадим, потом придет свекр и свекровь, и тоже всех туда. Ой, как хорошо. Ой, хоть вздохнуть можно будет. Ты видела, что он делает? Да, он по ней ходит. Надо будет одеяло убирать изнутри.